подъезд. Вот такой длинный подъездик. Третья. И вот наша четвертая. И заходим. Заходим. Открываемся. И сразу. Сразу при входе, смотри. Вешалка. Все дела. Пошли дальше. Пошли дальше. Вот сразу смотри. Слева начинается тумбочка. Вот такая вот. Мебель можно переставлять, сказали. Вот такая вот студиечка. Есть посудомоечка. Все есть. Все как бы вот так. Все нормально. Сейчас я даже вот так вот сделаю. О, отлично. Ну и балкон. Ну и балкон, конечно же. Смотрим. Смотри. Я думал, он маленький. Оказывается, он... Вот, смотри, вот так. Вот стол. Вот это вот, вот это вот, вот это вот. Смотри, тут, там вперед метров 5. И сюда еще, оказывается, метров 5. На фотках-то оно не видно. Ну, короче, тут... Ну, территория... Не маленькая. Там я не знаю. А, это там, где я снимал угол дома. И вот туда вход. Вход сюда. Так, все понятно. Да, понятно. Так, и пойдемте посмотрим еще. Вот такой вот, смотри, коридорчик. И еще одна комнатка. Сказали, а, я уже говорил, мебель можно вот это вот. Все. Как бы можно переставлять. Ну, вот. Вот такая вот комнатка. Диванчик такой. Пойдет. На первое время пойдет. А это просто, ну как, оно не то, что встроено. Но оно тут стоит. Такая вот мебель. Вот оно получается вместе. Вот это одно... И это одинаково. А вот это белый. Тут как бы, ну, глубокий. Но он как бы, не знаю, ни к чему. Может его куда-то переставить туда дальше. Вот туда, может, вот тут картинка висит. Вот такие вот люстрочки. Ну, прикольненько. Ну, и вот сам туалет. Сразу стиралка. Цветочки. Ну вот как-то так. А, тут вытяжка. Вытяжка. Вот такие вот дела. Ого. Сушилка здоровенная. На всю. Ну так ничего. Такой какой-то интересный кран. Вот так все интересно. Тут, да, стирки все. Вот бедренка. А вот смотрите. Вот первый. Вот этот вот дом. А где квартира снимается, вот. Ну, 100 метров бедренка. Пойдемте посмотрим, что дальше. Короче, брама на автоматических. Видите? Все, мы не успели. Я шучу. Заходим. Вот так. Ну, вообще-то тут как бы нажимается номер квартиры. Брелочек. Ну и вот. Смотрите, какая ситуация. Вот такие вот дома. Такие вот. Пойдемте посмотрим. Обойдем тот дом, где снимается, арендуется квартирка. Вот это вот мне понравилось. Все круто, все чистенько дом. Вот тут. И у нас тоже, кстати. Сейчас я попробую заглянуть. У нас как? У нас на первом этаже вот типа. Типа вот такая будет. Не буду, ладно. Ну вот люди живут. Палаточку поставили. Вот.
даже. Вот так. Так, парковка офигенная тут. Вот этот дом. Идем дальше. Идем дальше. Парковочка тут нормальная. Вот вход. Подъезд, точнее. И вот так вот. Такая красота. Да, мест. Вот раз, ряд, два, три, четыре, пять рядов. Можно ставить машин тут сколько хочешь. Я думаю, с паркингом проблем не будет. Вот тут еще, смотрите, паркинг. Чик. Потом дальше, что мы видим? Что мы видим дальше? Мы видим теннисный столик. Мы видим, барышня сидит. Но сегодня не о ней. Вот такие вот у нас столики. И самое главное, вот такие вот мангальчики, где можно пожарить мяско. Уголечек покупай и жарь мясо. Вот как-то так. Вот лавочка. Вот такие вот беседочки. Две. Три, точнее, где девушка сидит. Вот две, два мангала. И вот сами домики. Красота. Посмотрите, как интересно сделан дом. Угол такой, как корабль прям. Вот он дом, сейчас за дом чуть-чуть зайдем. Посмотрим, может там что-то, подъезды. А, ну вот так вот. Вот так вот за домом. Поехали дальше. Идем дальше. Вот это дом, и вот сразу. Смотрите, что творится в этой жизни. Вот такая вот площадочка для спорта. Спортплощадка, значит. Что тут еще? Баскетбольная площадка тоже. С мягким таким покрытием. Трава проросла. Конечно, сделали все на отстань. Но сам факт. Смотрите, ребят. Вот дом. Вот этот дом. И вот сразу же площадка. Но это все хорошо. Но пойдемте дальше. Вот. Вот показываю дом один. Вот второй. И вот смотрите, какая ситуация для детей. Что-то тут и для малых, вон, для самых маленьких, вот тут вот можно, тут, короче, классно, мне нравится. Идем дальше смотреть. Вот дальше. Тут для маленьких, вот, всякие прибамбасики. Песочница, лавочка. Класс, посмотрите. И еще плюс, вот дом, а вот 140-е место, это наше. На это место становится только мы. Больше никто сюда не встанет. Ну, а так тут, конечно, паркингов куча, посмотри. Все в паркингах. Ну, как бы, место куча. Даже если б не было нашего места, но оно есть. Вот, 140.